Соединенные Штаты рассматривают возможность поставок Украине так называемых оборонительных вооружений – противотанковых ракет, беспилотников, бронетранспортеров и радаров. Такой арсенал обойдется Вашингтону в 3 миллиарда долларов. Об этом пишет газета «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои источники. Напомню, ранее Белый дом ограничивался передачей Киеву нелетальных вооружений – бронежилетов, приборов ночного видения и средств связи. Однако последние события в Донбассе, когда украинским силовикам приходится отступать под натиском сил ополчения, могут заставить Барака Обаму пересмотреть позицию, считает издание. По данным журналистов, идею поставок поддерживает главком вооруженных сил США и НАТО в Европе Филипп Бридлов. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на этой неделе в ходе визита в Киев госсекретаря Джона Керри.